Поднимать тяжести, прыгать, взбираться вверх по канату, качать пресс и выполнять множество иных упражнений. Для кузнецких борцов сейчас дорога каждая минута. Август для них едва ли не самый важный месяц в году. Он не богат турнирами, но, по словам тренеров, именно сейчас закладывается фундамент будущих побед. Цель учебно-тренировочного сбора – это повысить общую физическую и специальную физическую подготовку борца. В основном нацеленность на это – подготовиться к сезону. Поэтому у нас включены такие упражнения на выносливость, это просто подготовка. Со штанги круговые упражнения тоже на специальную взрывную подготовку. График сборов напряженный. Тренировки проходят два раза в день, утром и вечером. Участников разбили на два потока. Дважды в неделю ребята с тренерами выезжают на Белое озеро и бегают кроссы. Чтобы выдерживать такой ритм и нагрузки, пришлось пойти на определенные жертвы. Распорядок дня пришлось поменять. Теперь как бы приходится походить домой раньше, просыпаться утром. На улице времени не остается. Приходится заниматься утром и вечером. По словам наставников, нагрузка ребят не пугает. Они знают, к чему стремятся. Упорство на сборах – залог будущих побед в турнирах.